Друзі, привіт! Не можу я покинути Олену з Сойєра, і ми вже готували пиріг, ми готували суп майоріканський. І сьогодні Олена покаже, як готувати один з найпопулярніших іспанських соусів з чудовою назвою Alioli. 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 Переводится масло оливковое, чеснок. Больше всего вот так переводится. И все машина робит? В данном случае, да, можно сделать вручную, но мы с помощью нашей помощницы Thermomix мы сделаем сегодня этот соус. А если нема Thermomix в блендере, можно? Можно сделать, да, блендером. Нужно только, там вся фишка в том, что как правильно его взбивать. Молоко. Оно будет нежным. Его готовят, и можно готовить, конечно же, с яйцом. Машинка автоматически показывает нам вес, который нам должен быть. Можно с яйцом, но с молоком он намного нежнее. В моей семье его любят таким. Добавляем чеснок. Добавляем соль. Я уже на свое усмотрение добавляю. Так. И закрываем. Это происходит сейчас эмульгация и перетерка чеснока. Це той етап, який якраз і потрібно блендер, якщо немає такої. Не, блендер нужен когда в этапе добавления масла. И добавляем масло подсолнечное, потому что если будем добавлять масло оливковое, очень будет очень яркий вкус будет. Оливковое масло будет не тот совершенно результат, которого мы хотим. А в Испании тоже есть олия солнечная? Конечно, ее используют, да, при готовке, при жарке. Существует много таких мнений, что оливковое масло при больших температурах превращается во вредное масло. И сейчас идет новая такая волна, когда люди перестают им пользоваться именно хотя бы даже просто для жарки. Его используют в сыром виде. Салаты, с хлебом. Вот такой вот у нас получился молоко эмульгированное. Это оно нам грает, что готово, да? Да. Масло добавляем постепенно, чтобы оно смогло взбиться. Это как практически как майонез готовится. Я и думаю, зараз похоже на майонез. Очень похоже, да, только разные немножко ингредиенты. И яйца не надо. Да, потому что мы делаем на молоке. Майонез же тоже можно делать на молоке. Такая же вариация. Его подают в ресторанах вместе с оливками. Подают ложку оливок, ложку соуса и хлеб. И пока ты ждешь своего основного блюда, ты можешь подпитаться. Это комплимент? Комплименты, да. Иногда с него берут деньги. В многих местах, покупаешь его. Все, последнее масло. И оно у нас взбивается. Там ничего пока не видно. Машина работает, она взбивает. У нас осталось минута 30. И заканчивается. Вот так вылить наш волшебный соус. Будем пробовать? Так. Просто так, да? Просто так. Це ні на що не схоже. Це як густий майонез, але не майонез. Тут же немає оцту, немає... Немає яйця. Немає такої гостроти. Нету горчиці здесь. Але є ніжність. Молока. Це молоко. Ніжність. І немає оцього чесникового, знаєте, що чесник. Злості немає чесникової. Дякую. Смачного. Ну, ми зараз все красиво, в вазочку налємо, все поставимо, але ви цього не побачите. Можете зробити це в себе вдома, якщо приготуєте таке аліолі, в українських умовах це можливо. Це можливо. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, подорожуйте, знаходьте нових друзів, тому що я думаю, що ми з Оленою після всіх цих зйомок, розмов вже подружилися. Я думаю, що так. Хай вам щастить. Пока.